В какой стране ни находились бы наши соотечественники, у всех есть возможность сегодня проголосовать. Наши граждане продолжают приходить в избирательные участки Германии. И где они находятся, и сколько казахстанцев уже отдали свои голоса, готова рассказать наш корреспондент Шолпан Найманбаева. Она сейчас с нами на прямой связи. Шолпан, вы в эфире. Вам слово. Добрый вечер, Алмаз. 254 казахстанца, которые находятся сейчас в Германии, намерены принять участие в президентских выборах. Именно столько граждан нашей страны предварительно зарегистрировались в консульских учреждениях. А это магистранты, студенты, которые находятся здесь по обмену, казахстанцы, которые здесь работают, а также дипломаты и члены их семей. Отмечу, для удобства наших граждан в Германии открыты два избирательных участка. Один из них во Франкфурте на Майне, второй в Берлине, в здании посольства Казахстана. В Германии, где мы сейчас и находимся. Проголосовать здесь можно было с 7 утра. В 7:20 члены комиссии зарегистрировали уже первого избирателя. Какова же явка на данный момент? Об этом мы поговорим с председателем комиссии Ербулатом Сейлхановым. Ербулат Урханович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько казахстанцев уже проголосовали в Берлине? Должен заметить, что казахстанцы весьма ответственно подошли к избирательному процессу и, как вы уже успели упомянуть, с самого раннего утра уже приходили на избирательный участок. На выборах приняли участие уже 92 человека, то есть это составляет около 70% всех зарегистрировавшихся избирателей. А хорошо ли были проинформированы наши избиратели? Да, посольство провело предварительно подготовительную работу. Мы разместили соответствующую информацию в социальных сетях и в средствах массовой информации Германии. Поэтому я думаю, что та высокая явка, которая сейчас наблюдается, это результат вот этой проделанной работы. А планируют ли члены комиссии выезжать для голосующих? Да, к нам поступило соответствующее заявление. В настоящий момент в Берлине проходят соревнования паралимпийцев. И здесь присутствует казахстанская команда пловцов. Это 22 человека, которые выразили желание проголосовать. И вот именно минут 5-10 тому назад как раз два члена избирательной комиссии с передвижной урной выехали для организации этих выборов. Замечательно. Большое спасибо, Ербулат Уранович. Будем ждать итоговых результатов. Спасибо. А я добавлю, в Германии избирательные участки будут работать до 20:00 включительно, то есть до полуночи в Астане, в Нур-Султане. Мы будем следить за развитием событий. Алмаз, вам слово. Спасибо. Из Берлина на прямой связи с нами наш корреспондент Шолпан Найманбаева.